Добрый день, меня зовут Павел, я главный инженер тепличного комплекса «Днепр». Компания ЭДС выполняла на нашей площадке установку и наладку электротехнического оборудования, которое предназначено для электроснабжения нашего основного технологического оборудования. Ими была выполнена установка подстанции, понижающей класса напряжения 3510, спусконаладочными работами, с выполнением всех работ касательно проектной части, согласований с облэнерго, а также установка 11 КТП, которые выполняют функцию электроснабжения нашего тепличного комплекса. Работы были выполнены в кратчайшие сроки, качественно, и по сей день ведутся сопроводительные работы в части обслуживания данного оборудования. Данная компания является одной из передовых на рынке компаний, которые выполняют данный спектр услуг. Нас завлекло то, что компания предоставляет полностью разработку проекта от начала до его реализации. Касательно решения вопросов, которые возникают в ходе эксплуатации. Компания ЭДС является той компанией, которая не только разрабатывает проектно-сметную документацию, но и также выполняет монтаж, пусконаладочные работы и сопровождение объекта после его завершения. В случае возникновения вопросов компания экстренно реагирует на наши замечания или требования и в кратчайшие сроки их устраняет, что является немаловажным фактором в нашем технологическом процессе, который требует беспрерывного электроснабжения на производстве.